Итак, всем привет. Сейчас я покажу вам, как мы сделали забор из сайдинга. Вот он. Вот так мы начинаем строительство забора с ростверка монолитного. Мы выставляем столбы. Вот все они в ниточку, в линеечку. Сейчас будет заливаться бетонная смесь. Ждем миксер. Вот они. А остальной забор пойдет с простыми столбами, без ростверка. Мы уже разметили, сделали ямки. А расстояние между столбами принимаем 2,5 метра. Это самое такое экономично оптимальное расстояние для профнастилового забора. Можно 2 метра, но больше 2,5 я не советую. И так по всему периметру. Вот таким вот образом натягиваем ниточку и заливаем все столбики по уровню. Заливаем столбы. Ну что там варишь? По-моему, что-то не по назначению пошло. Продолжаем строительство. Итак, для обшивки забора сайдингом мы, в общем, сделали следующий каркас. То есть каждый пролет между столбами мы по контуру, получается, можно сказать, приварили профиль 40 на 20 и один посередине. Вот. Профиль мы утопили вовнутрь, чтобы у нас сайдинг вот так лежал. Сейчас покажу. Вот, уже готовый пролет. Вот они, готовые пролеты. Получается, у нас J-планки нашиваются по всему периметру на профиля на наши. И уже монтируется сам сайдинг. Здесь вот видны только 2 самореза, и то мы их потом поменяем на крашеные, и не будет видно вообще их. Вот так, получается, торчат столбы. Сейчас посмотрим, как снутри это все дело. Вот изнутри. Туда вот нашивается эта J-планка. Можно использовать P-профиль, но с J-планкой будет проще. Вот сайдинг, он крепится в 3 местах, посередине и по краям.
Вот у нас калитки обе. Это маленькая на жабицу калиточка. Так вот, замок уже вставили. Вот такой вот забор получился в итоге. А ворота будут откатные, электрические, еще не привезли. Поэтому можно сказать то, что забор доделали. Здесь у нас очень резкий спуск, поэтому было решено не ступеньками пускать сайдинг, а прям наклонно, вот так вот. И то даже наклонно и ступеньки в конце вон сделали. Здесь потому что очень крутой склон, гора. Вот такой вот забор получился. В принципе, прост в исполнении. Ага. Вот и весь каркас мы здесь видим. То есть столб, прямоугольник наварен. И еще одна вертикальная. Профиль, профтруба. Можно было сделать две. То есть одну здесь почаще. А то здесь очень сильные ветра. Но уже ветра самые сильные прошли, вроде ничего не срывало. Так вот делали забор. Подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайк. Будет еще много чего интересного.